В ближайшие дни в окрестностях Сыктывкара можно будет наблюдать необычное действие – массовое появление бабочек-крапивниц. Кусты по берегам Вычегды кое-где стоят совсем без листьев, зато обильно украшены целыми гирляндами коконов. Хотя гусеницы этих крылатых насекомых питаются в основном крапивой, листья ивы им тоже пришлись по вкусу. Ну, начнем с того, что бабочка-крапивница относится к дневным бабочкам. Она распространена везде, кроме крайнего севера. Она дает в наших условиях одно поколение. И как бы она не является сельскохозяйственным вредителем, поэтому никакого вреда она нам не принесет. По словам аграриев, в этом году довольно много не только крапивниц, но и других видов бабочек, в том числе и вредителей. Размножению насекомых способствует жаркое лето.